Один из файлов, который выкачан Наташей из иностранки, содержит множество страниц с перевернутым вверх ногами Деванагари. Я несколько десятков минут исправлял документ сам, но потом понял, что, пожалуй, надо научить и других. Не надо пытаться самому все решить. Итак, в Adobe Acrobat Pro есть такая функция «Перевернуть». 258 это левая часть разворота, а 259 была бы правой. Поэтому перевернули, идем дальше. Нормально. И здесь уже надо не 255, а 256. 256, 256. Так, почему-то не перевернулся. Может быть, я все-таки ошибся. Не. Так. Да, 256 был не виноват. 255, да. Значит, справа нечетный, слева четный. И вот так надо пройти весь документ и убедиться, что все страницы Деванагари смотрят, куда положено. Вот. Явно пошло не туда. Только тут уже не 180 градусов, а 90 градусов. Понятно, да? Надо убедиться, что Деванагари смотрит, как Деванагари положено. Потом сохранить и выложим в общество. Спасибо.